знаете, уже стало хорошей традицией русская, японская культура в России. Что для вас это значит, внесение сюда японской культуры? Ну, дело в том, что Япония и Россия, у них есть длительная история, но пока можно сказать, что мы не знаем друг о друге достаточно многого, и поэтому мы хотим познакомить россиян с самым широким спектром японской культуры. И, на мой взгляд, конечно, у японцев и русских есть много общего в уважительное отношение к культуре. Но, допустим, и в Японии, в России есть богатые традиции в области сценических искусств. И в Японии, в первую очередь, это театр Кабуки. И дело в том, что в сентябре прошлого года состоялись гастроли «Щелчек Гранд Кабуки» в Москве и Санкт-Петербурге с большим успехом. И можно сказать, что каждый день был аншлаг. И таким образом, всего, мне кажется, спектакли Кабуки, театра Кабуки посмотрели больше 10-30 зрителей. Но таким образом, я думаю, что наши народы объединяют уважение к культуре. И, ну, допустим, это не случайно, что в этом году Россия и Япония совместно впервые организуют международную театральную олимпиаду. И совсем недавно, в октябре, прошло торжественное открытие, это японская часть олимпиады. И это продлится один месяц. И в ноябре, когда проводится Санкт-Петербургский культурный форум, будет церемония закрыта. Это по олимпиаде. Ну, таким образом, я очень рад, что сегодня в этом выставке можно россияне могут познакомиться с японским театральным традициям. Без вопросов, честно. Да, это все готово. Но для того, чтобы познакомить россиян с самым широким спектром японской культуры, обязательно надо получить поддержку со стороны японских частных компаний. И в первую очередь я очень благодарен японской компании Mitsubishi Electric, Mitsubishi Denki. И без его поддержки сегодняшняя выставка невозможно организовать. И не только, надеюсь, что не только Mitsubishi Denki, но надеюсь, японские компании, которые сделают операцию в Москве, они также помогут нам показать, познакомить нашу культуру с русским народом.